Самая масштабная новогодняя акция «Наши дети» начинает шагать по стране. С 10 декабря и на протяжении месяца мечту о настоящей новогодней сказке подарят каждому малышу. Без внимания не останутся пациенты больниц, воспитанники интернатов, детских садов и школ. Бизнесмены, представители власти, предприятия постараются сделать все, чтобы этот праздник запомнился тем, кто особенно нуждается в заботе. Ребят ждут викторины, концерты, спектакли и, конечно, подарки. А кульминация доброго марафона – новогоднее представление во Дворце Республики, где соберутся более 2000 малышей со всей страны. Традиционно акция – это и елка, главная елка страны. На нее уже разосланы приглашения, ребята уже готовят свои наряды, готовится централизованное представление, готовятся выставки, готовятся конкурсы. Все то, что ежегодно собирает ребят в столице, все то, что позволяет им еще раз приобщиться и прикоснуться к такому большому и светлому празднику, как Новый год. Продолжая традиции, в преддверии Нового года самых одаренных ребят страны соберут и во Дворце независимости. После праздников акция «Наши дети» продолжится. Это встреча со спортсменами, артистами и еще множество сюрпризов. А присоединиться может каждый.